Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня мы с вами отправляемся в магазин «Светофор». Посмотрим, как всегда, на новиночки, на интересные товары. Постараюсь вам показать самые выгодные товары и самые низкие цены. Ну и давайте не будем тянуть, поскорее будем приступать. Давайте сегодня начнем с вами с приправ. Вот такая приправа адыгейская. Появились интересные приправы для плова, для гуляша. Много разрыхлителя теста, сухарей. Вот такие приправы для борща, хмели, сунели я брала. Очень хорошие они, ароматные, стоят всего 6 рублей. Арахис не обжаренный, 1 килограмм, 114 рублей. И это просто царство, я орехи обожаю. Я бы, наверное, за раз съел бы полпакета. Соевый соус 1 литр, 69 рублей. На качество, честно сказать, ничего не могу, не пробовала еще. И давайте перейдем к подарочкам новогодним. Вот такой маленький подарок, сундучок. Можете поближе посмотреть его состав. Тут написано все конфетки и сколько их штук входит. Можете поставить на паузу. Коробочка выглядит интересно, миленькая такая. И вот можно внутри чуть заглянуть в такой сундучок, посмотреть. Торт «Ля Крем» 239 рублей, бельгийский шоколад, на упаковке выглядит очень интересно, какой он там внутри, честно говоря, не знаю. И вот такой торт «Опера», подарочный набор новогодний, 1 килограмм, 198 рублей, интересные упаковки, красочные. Попытаемся посмотреть состав этого подарка. Новогодний подарок 1 килограмм 207 рублей. С такими принцессами, Дедом Морозом. Вот тут был он приоткрыт. И вот смотрите, какие тут виднеются конфетки. И еще один вариант новогодних подарков. Изюм стоит 102 рубля. Вот такие большие килограммовые пакеты. Миндаль 369 рублей. Смотрите, какой он красивый. Фруктово-ореховая смесь 400 грамм 66 рублей. Тут есть цукаты, и орешки, и изюм есть. Посмотрите, сколько много завезли кукол. По 149 рублей куклы-принцессы. Просто атака клонов. Есть куколки красивые, но есть куколки чуть с грязью. Вот видите, носик потертый. Но можно найти неплохие варианты. Посмотрите, сколько их много. Игровой набор. Парковка называется. 298 рублей. Вот такой он интересный. Там есть и машинки, и можно строить вот такой игровой комплекс. Я думаю, мальчишкам очень понравится. Завезли очень много шариков. В наборе 6 штук, стоит 46 рублей. Я их прикупила. Очень они мне понравились. Шарики пластиковые. И всякие бусики также на елку. Гирлянды электрические. Гирлянда идет на 50 лампочек и стоит 110 рублей.
чай черный 89 рублей в красивых подарочных жестяных баночках. Такой чай можно купить в подарок, подарить, например, подружкам, коллегам. Я думаю, им будет очень приятно получить вот такую красоту. Налобный фонарик. Тоже вещь необходимая в хозяйстве. Также появились вот такие средства для защиты. Фонарики для кемпинга. Стоит 360 рублей. Также есть дискошары. Стоит 116 рублей. Вот так он выглядит внутри. И питается он от сети. Наборы животных. Всяких разных. Тут и лошадки, тигры, тропические животные. Выполнены они из пластика. Игрушки, машинки 157 рублей. Вот такие вездеходы с большими колесами. Подарочный набор со стальящей из шампуня и гелия стоит 93 рубля. Представлено в двух вариантах. Вот такой розовый с манго. И вот такой розово-черный. Выглядит достаточно неплохо. Игровые наборчики. Маленькие вот такие домики для кукол. Наборы воздушных шаров 111 рублей. Одноразовые лезвия, одноразовые станки, удлинители. И пробежимся еще по бытовой технике. Миксер. Фирмы Яуза, мощность 150 Вт, имеется два комплекта насадок. Блендер погружной, черный, 462 рубля. Также имеется вот такой погружной блендер, меньшего размера. Контейнер винтовой 1 литр 19,90. Также брала их и беру постоянно. Они мне нравятся, храню в них крупы. Пластик не пахнет и очень хорошая герметичная крышка. Термопод 1042 рубля. Емкостью 3 литра. Электрический чайник, вместимость 1,8 литра, автоматическое выключение, высококачественная нержавеющая сталь. Набор из трех разделочных досок 93,90. Набор из гибких досок, в наборе две штучки. Кружка Джокер в ассортименте, объем 300 мл, стоит 45 рублей, с таким интересным графическим зеленым рисунком. И вот такие кружки. Такие кружки идут уже с бабочками. Кружка для чая 300 мл, стеклянная, идет с декором, представлена как с тюльпанами, также есть кружки с яблочками. Френч пресс 168 рублей, он полностью пластиковый, колба стеклянная.
Очень много кастрюлек из нержавеющей стали. Представлены они в разном объеме, с разным литражом. Мясорубка Люми 1565 рублей. Мясорубка идет с функцией реверса, мощность 800 Вт. Кружка Весна называется, маки красные, 350 мл, стоит 56 рублей. Салатник Пастораль 19 рублей, фирма Паша Бахче. Хороший салатник для порционных блюд. Вот и подошло к концу наше видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Если это так, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, давайте дружить. Спасибо вам за внимание и пока-пока.